Откопались. Тогда поехали. Сейчас начнется дорожный экстрим Суздаль-Владимир. Интересно, эти 30 километров мы сейчас за сколько часов проедем? В снегопадище-то такой. До свидания, Суздаль. До свидания. Да, погодка, конечно, сегодня не сахар. Хорошо, хоть машина у нас для таких сложных условий подходит. Полный привод – самое то в такую погоду. Да и вообще, японцы хорошие машины делают. Что называется, и для города, и для деревни. Кстати, вот сегодня как раз полный привод попробовал включить. Первый раз. Так-то обычно на переднем только езжу. Бензин экономлю. Ну что могу сказать. На полном приводе идет уверенно. Сцепление с дорогой хорошее. Даже по такому снегу. В общем, машиной довольна. Один у нее только недостаток. Бензина лопает много. Но за комфорт и безопасность, как говорится, и заплатить не жалко. Вешают, тут они, видать, встали и все. И не могут ехать. Вот, видишь? Да, дорога как раз самая.